Водопровод нового поколения запущен в поселке Сокбулах Восточно-Казахстанской области. Этого события сельчане ждали почти 40 лет. В центре аула построили целую водозаборную станцию. Она полностью компьютеризирована и сама следит за качеством воды. Внутри поселка провели около 20 километров сетей. Отмечу, что решить проблему с дефицитом питьевой воды удалось благодаря госпрограмме «Нурлыжол». На эти цели выделили около 300 миллионов тенге. Я же хотела в город переехать, но после того, как в доме появилась вода, мы решили остаться в родном ауле. Установили водонагреватель, и теперь у нас в доме еще и горячая вода есть. В этом году питьевой водой были обеспечены два села. На это было потрачено свыше 600 миллионов тенге. В 2018 году работа будет продолжена. Еще в двух аулах будет протянут водопровод. При этом ведется разработка трех проектно-сметных документаций.